тебе что вчера? Стой, куда ты пошел? Я тебе что вчера сказал? Все. Иди сюда. Я тебе что вчера сказал? Ты руки убери от меня. Иди сюда. Я тебя трогал. Закрой тебе. Я тебя трогал. Руки не распускай. Я тебе сказал на обед приехать куда? Я тебе говорю, руки не распускай. Я на рабочем месте. Я работал без обеда. Машина должна на обеде находиться в гараже. Я работал без обеда. Машина, ты во время... Иди сюда. Читай. И расписывайся. Что ты тут снимаешь? По этому поводу объяснительную надо написать будет. Запись. Роспись свою поставь, что ты ознакомился. Ничего не буду ставить. Не будешь? Это все чушь. Оля! Я хочу, чтобы вы нам все-таки сделали описание с локальным статусом. Девушка, я что буду вам делать? Я вам объясню. Я не описываю. Мы здесь оказываем помощь. Подождите, подождите, пожалуйста. А локальный статус вы не описываете? Мы не описываем. Мы это делается, если потом тот, кто его осматривает, я не буду этим заниматься. Я больницу затеплю госпитализацию, лечение немедленно. Описывать это не наше. Не входит в наши обязанности. Наша обязанность оказывать медицинскую помощь, а не описывать его. Подождите, я с вами разговариваю уже. Вы даже, не постучались. У меня здесь больная сидит с переломом ключицы. Я занимаюсь другими проблемами. Свой ответ дал, я больше ничего не делаю. Я с вами разговариваю. Подождите, пожалуйста. Я вам сказал, не перестаньте снимать, вот описывать.